Сегодня в Барнауле собрались травматологи-ортопеды из России, Германии, Чехии и Казахстана. Главная тема обсуждения – осложнения после эндопротезирования крупных суставов. Конференция проходит на базе Федерального центра травматологии и ортопедии. Специалисты поделятся друг с другом своим теоретическим и практическим опытом, проведут мастер-классы. Отметим, подобные встречи с коллегами, причем не только из России, проходят регулярно, чтобы у сотрудников нашего центра была возможность знакомиться с новыми методиками лечения. Подробнее об этом в вечернем выпуске.